августа на Украине отмечается так называемый День независимости. В этот трагический день... Берите камеры. В этот трагический день был искусственно разделен два братских народа. Русские и малоросы. Кроме того, к так называемой Украине искусственно отошли исконно русские земли. Слобожанщина, Донбасс, Крым. И все это объединяет одно слово. Малороссия! Сегодня мы, национал-большевики, говорим... Слава Новороссии! Слава Новороссии! Слава Новороссии! Донбасс, русская земля! Донбасс, русская земля! Донбасс, русская земля! Донбасс, русская земля! И сегодня, в эти трагические дни, когда киевская хунта, эти обезумевшие полуумные маньяки забрасывают фосфорными бомбами мирное население, кварталы Луганска и Донецка. Все нормальные русские люди должны сопереживать, сочувствовать своим русским собратьям, искусственно разделенными, ничего не значащими границами, произвольно проведенными документ на карте. Вы отобрали мой документ? Но в России находятся всякие отщепенцы, пятая колонна, все эти Борисы Немцовы и Макаревичи, которые говорят откровенный бред про каких-то ватников, там, колорадов, и просто подпевают обезумевшим карателям. Итак, смерть киевской хунте! Смерть киевской хунте! Смерть киевской хунте! Смерть киевской хунте! Все, иди через эту самую дежурку, вызови наряд. Мне нужен листок. Молодой человек. Да. Вам больше ничего не нужно. Вы говорят, рисуйте, пожалуйста. Куда, Павлович? Чего вы меня так не найти? Вы лезете в чужую, куда хочу вы лезть? Не, я в чужой взял. Пойдем, документы ваши, будьте добры, давайте. Решите забрать лист. Нет. Это лист ваш, что ли? Это лист ребят поставили вам забрать. Кто? У кого? Да. Они находятся на территории другого государства. Я спустился. Угу. Куда вы пошли? Документы давайте. Дайте выброшу его. Сами выбросите. Пойдем. Ну, вначале это еще на что-то. Езжайте в Киев, предатели! Вон из России пятая колонна! Позор! Позор пятой колонне! Позор пятой колонне! Позор пятой колонне! Позор пятой колонне! Слышите, пожалуйста, там.